Мне надо уходить. Сэм! Сэм, слышишь меня? Может, дальше по берегу? Самое важное — забраться повыше. Первым делом забраться повыше и сориентироваться. Сэм, да отвечай же! Сэм, да чтоб тебя! Сэм! Слава богу, ящик с припасами. Ну да, конечно. Пусто. Все смыло. А может и хорошо. Может, Сэм забрал. Зато теперь мне нечего терять. Ну, кроме жизни. Разговариваю сам с собой. Первый признак сумасшествия. Господи. Ладно. Ничего. О, черт! Надо вперед. Только вперед. Как меня все достало. А, черт!
справиться. Сик парвис магна, Сэм. Но где ты? Нужно лезть на ту жуткую гору. Погоди, Сэм. Я уже скоро. Ugh!
нет, нет. Так. Ладно. Поднимаемся. А, черт! Тут высоко. Высоко падать. Yeah.
Рейв. А, черт. Осторожно, сэр. Куда теперь?
Ты депрессивна. Водичка бодрящая. Привет. Зло.
Привет. Тот человек не проходил? Высокий такой, в голове глупые мысли о пиратских сокровищах. Ты туда лез, что ли? В таких сапогах? Мне это сейчас нужнее. Ага, работает. Еще немного. Ладно. Черт! Эй, эй, ты видишь цель? Да, что-то заметил. Движение рядом с деревьями. Тут настоящие джунгли. Все движется. Я ничего не вижу. Черт. Всем отбой, ложная тревога. Но смотрите в оба. Пока не найдем тело, мой ответ – да. Как они вообще? Стой. Что это? Никого нет. Погоди. Мое. Thank you.
Это еще что? Черт, это что было? Ничего.
Стой! Yeah.
Ладно. Куда мне? Охренеть! Что это? Ого, жуткая история. Команде Бёрнса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли, нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат Надин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либертали. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонны? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровище. Ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни псу под хвост. Это тут вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть.
Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Сюда, Нейт. Сэм, сюда. Я иду. Никого нет. Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Только бы она на нас не рухнула. Сюда. Нет, так не пойдет. Эй, Нейт, похоже, тут есть проход. Сюда. Пылище. Какая хорошая нагрузка на квадрицепс. Ах, как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Yeah.
Тут ящик, у меня идея. Вот так. Ты должен это увидеть. Ух ты. Что ты видишь? Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. И, ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да. Посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Это... У меня дар речи пропал. Я просто охреневаю, Нейт. Говоришь, дар речи пропал? Как думаешь, сколько они все это строили? Годы, десятилетия. Как им удалось сохранить все в тайне? Тут так круто, это просто находка, даже без сокровищ. Эй, Сэм, посмотри, кузница. Здесь делали сабли. Защищайся, пес! Класс. Я просто... Ну да, я понял. Ну, как раньше. Да, да. Тоже мне пират. Они торговали с другими колониями? Если да, то не на этом острове. Иначе про него бы все узнали. Ха. Кости лошадей. Привязанные. Словно их бросили. Почему? Не знаю. Может, люди спешили? Или их увели силой? А, что-то здесь нечисто. Что ты думаешь, тут произошло? В смысле? Ну, все хорошее когда-нибудь кончается, так? Я, конечно, шучу про проклятое сокровище, но после всех твоих историй... Обычно верный вариант – это самый простой вариант. Обычно.
Эй, похоже, тут есть какой-то проход.
Thank you.
Эй, смотри, здесь жили семьи. Да, но куда же все подевались? На небо их забрали, что ли? Похоже, тюрьма нужна даже в пиратской утопии. Представляешь, кого туда сажают? Это тюрьма у пиратов. Ну, в любой компании найдутся мерзавцы. Сюда, за мной. Эй, Сэм, сюда. Здесь что-то есть. Я сейчас. Ладно, обратно идем другим путем. Похоже на убежище. Да, но от кого они прятались? От самих себя? Смотри. Похоже на схему торгового квартала. И... вот. Вот наше сокровище. В этой башне. Что они задумали? Я тут кое-что нашел. Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Да. Может, тут не все было гладко. Тайные общества, заговорщики. Huh?
А вот как мы выберемся. Так, порядок. Там внизу виден свет. Охренеть. Эй! Тут тоже колония. Здесь еще строение. Охренеть. А тут у них целый город. Кто-нибудь связался с Надин? Да, они город. Смотри. А, черт. Куда нам солдаты? Нас еще не заметили. Пусть так и будет. Ладно. Не высовывайся. Хотел сказать тебе то же самое. Да, да. Это еще что? Что это? Погоди. Это мне точно не послышалось. Ничего. Это мне точно не послышалось.
Это еще что? Сюда! Я их нашел! Они нас видели! Это еще что? Слушай, что это? Ничего. Стой. Что это? Что там? Погоди. Тихо. Там какой-то шум. Иди, разберись. Понял. Что это было? Все нормально. У нас тут убитый! Они точно рядом! Этот урод. Черт, мы чуть не спали. Я тебя найду. Выходи! Ну! Черт, снова наемники. Они бы сообщили. Не нравится мне это. Они здесь! Остановился! Нет! Отвали! Так держать. Валим их! Впереди! Черт!
Черт, снова наемники. Похоже, Толстосум был прав. Супер! Наконец-то сорвем куш! Стой! Черт! Что это было? Тут ничего нет. Черт, снова наемники. Похоже, Толстосум был прав. Супер! Наконец-то сорвем! Что такое? Еще остались? Или это все? Это все. Ты как? Ничего, запыхался.
Надо в сокровищницу. Ну, если это она. Это она, поверь.
Ведро-то не достает, понимаете, до воды-то. Давай, Сэм! Эта штука прочная? Не прочнее всего остального. Ясно, значит, нет. Ладно, ладно, иду. Нейт, впереди наши друзья. Ох ты, тут все разваливается. Береги, ты можешь опрокинуть все здание. А вы занимались таким раньше? Нет. Свергали пару людей. Грабили деревни. Ну, такое. Первый раз. Вот черт. Впереди наши друзья. Черт! Ох ты! Все разваливается. Береги! Ты можешь опрокинуть все здание. А вы занимались таким раньше? Нет. Свергали пару людей. Грабили деревню. Но такое... Наши друзья. Черт. Ох, тут все разваливается.
Берегись! Ты можешь опрокинуть все здание! А вы занимались таким раньше? Нет. Вергали по оружию. Грабили деревья. Но такое первый раз. Ох ты ж! Осторожно! Нужно обыскать все! Живо! Выходи, давай, трус! Надо все прочесать! Ну что, повеселимся? Слышно, обрушился мост, им пришлось объявить веку. Скоро будут на месте. Что это? Внимание! Ну и хорошо. Мне точно не послышалось. Мы нашли их! Да! Ну, да, нет, да! Спалите, урода! Да! Обрушился мост, им пришлось объявлять реку. Скоро будут на месте. Ладно, не расслабляйтесь. Посторожим тут, пока босс не появится. Погоди. Что это? Смотрите! Вон они! Расходимся. Одного убил. Иди в укрытие. Осторожней.
Эй, Нейт. Нашел что-нибудь? Никого тут нет. Стой. Нашел что-нибудь? Ничего, все хорошо. Я их нашел! Я их вижу!